матч во Владимире между командами футбольных клубов «Торпедо Владимир» и футбольного клуба «Коломна» начался. Номер 19-й Максим Андреев. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в составе. Арбитр в поле, арбитр первой категории Алексей Федотов, город Великий Новгород. По номеру Ефиму Бойцову, и здесь уже атакует по левому флангу. Атака опасна. Удар выше цели. Владимирского торпеда так сейчас. Тогда это был у ворот Коломенского коллектива. Иди, иди, иди! 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 Выход 1-1. Вообще-то можно и рассматривать этот эпизод как фол последней надежды. Да, вот карточка. Карточка-то должна была. Да, да, да. Удаление в составе Коломны. Двигайся вперед! Хохлов тащит мяч вперед. Попытка передачи на Зубавленко. Зубавленко приближается к штрафной площади по левому флангу. Пас. Опасно Андреев. В группе «Запад» вчера. В домашней поединке «Локомотив Казанка» на своем поле проиграла футбольному клубу «Псков 7-4-7» со счетом 1-2. Ворота футбольного клуба «Коломна» головой. Красивый удар. Перенесли. А вот Арарат поедет играть в «Коломну». Иди в край, да иди! Иди в край! Вот торпеда все в атаке. Хороший пас. Зубавленко бьет. Но защитник подставляется под этот удар. Все-таки у нас видео сегодня не пошло. 0-0. Давайте, наверное, познакомим вас с теми результатами матча, которые уже завершились. Бей, бей! Удар низом. Навесная передача в штрафную площадь. Ковешников на месте. Коломна атакует большими силами. Попытка войти в штрафную площадь. Ай, блядь, пиздец. Падение штрафной, но... Слишком откровенно все это происходило. Не быстрое развитие событий. Заброс штрафной площади. Моментище! Пробегает мимо мяча. Хохлов, по-моему, первый на подборе. Попытка войти в штрафную площадь. Передача. Себя пробить не удалось. Торпедовцам Питен стандарт с подачей углового. Разыгрывает мяч. Навесная передача в штрафной. Торпедов с ударницей. Опаснейший момент. Но постараемся сегодня выложить матч на YouTube. Еще одна навесная.